Уже 7-й раз подряд в столице региона проходит форум для тех, кто готов меняться и менять других. Развитие студенческих медиа, наставничество и основы неформального образования – все это на протяжении 5 дней будут осваивать студенты из 10 регионов России. Эти направления подходят активистам студенческих советов, которые несколько лет уже в этом проработали, хотят дальше в этом двигаться и готовы давать либо свои мастер-классы, либо готовы создавать новые форматы в интернете, либо которые готовы передавать свой опыт подрастающему поколению. В 2017 году я приехала на платформу как студент. Тогда мне дали вот такую синюю толстовку. Видите, она многое пережила. Спустя 5 лет меняется не только цвет формы. Программа, которая начинается здесь, она не закончится формом. Она будет прям продолжаться, она пролонгированная. Ребята проведут свой баркэмп. А баркэмп – это когда ты выступаешь с любой темой на 15 минут. И должен за 15 минут дать уже какой-то навык. И это, пожалуй, одно из основных отличий форума спустя 5 лет. По окончанию платформы работа у ребят только начинается. Анастасия Бочарова уже не первый год приезжает сюда куратором. И каждый раз для своего направления придумывает новый формат. После этого они возвращаются, у них будет месяц интенсивов, которые будут в онлайне, которые будут встречи с другими экспертами, спикерами. И они будут в течение месяца еще учиться, дорабатывать свои мастер-классы, писать их новые, создавать и пробовать уже проводить, но самостоятельно. Еще один спикер приехал из Москвы. Лев Мореев будет учить ребят наставничеству. Первый день мы посвятим тому, чтобы им погружаться в тему, говорить о том, зачем нужно наставничество, откуда оно зародилось, как это работает в университете. А в следующие 2 дня мы будем говорить про наставника и его роль. Мы будем сами стараться стать хорошим наставником, изучая, какими навыками и знаниями он обладает. Первый день всегда нацелен на знакомство. Ребята обмениваются номерами, ищут схожие интересы, делятся первыми эмоциями. Я в том году уже была в направлении социальные лифты, и мне это дало какой-то толчок. Хочу развивать дальше в университете наставничество и вообще мероприятия, связанные с помощью вообще студентам. Мы здесь вот пару часов, но я уже в восторге. Я очень люблю новые знакомства. Белгородский ГАУ. Курский государственный университет. Курский, да! Форум продлится до 17 сентября. Светлана Гмырь, Александр Подубный. Такой день на Мире Белогорья.